поднять вам настроение. Погодка хорошая, вы все классные. Мы постараемся сделать вам незабутные відчуття и хорошее настроение. Для вас сегодня выступает лауреат международных конкурсов военный оркестр 194-го понтонно-мостового отряда Государственной специальной службы транспорта Украины. Зустрічайте! В нашем государстве, смотрите, сегодня безвиз открыли для нашего прекрасного государства Украина. Поэтому хочу всех вас поздравить с этим, хочу поздравить всех, весь коллектив для того, что мы, я хочу почему сказать, вот мы являемся неодноразовыми участниками разных фестивалей в Европе. Вот буквально месяц назад мы приехали со Швейцарии, представляли Украину. Хочу сказать, что это очень классно, что не надо никакие визы делать. Это спрощает вам всем поездки в Европу, показать себя, увидеть, как они живут. И с этим хочу вас поздравить. И следующее произведение, которое для вас играет солист оркестра Геннадий Шевчук, называется «Мой Вей». Встречайте. Thank you.
Ну, смотрю, очень много стоят здесь красивых девушек, женщин, мам, бабушек. Поэтому следующая наша композиция будет звучать именно для вас, для самых красивых, для самых нежных. Я желаю вам добра, здоровья, я желаю вам всего-всего-всего хорошего. И следующая песня от нашей солистки будет звучать именно для вас. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые друзья! С праздником вас! Напомнить, что вас приветствует военный оркестр 194-го фронтового батальона.
Летняя пора, это означает что? Пора отпусков, пора выходных. Поэтому мы сегодня с нашим оркестром предлагаем вам посетить Южную Пальмиру нашей прекрасной страны. Это город Одессу. Встречайте! Осталось 80% заряда батареи. Я хочу сказать, самое главное, знаете что, важно, чтобы мы можем с вами здесь собраться, важно, что мы любим друг друга, важно то, что мы улыбаемся, самое главное, чтобы на нашем небе был мир, в нашей стране, в нашем городе, на нашей улице. Поэтому следующая песня для вас исполняет Виктория Брехер. Встречайте. Но кто знает, эту песню обязательно подпевает. Договорились? Я надеюсь, вы уже поняли, что это за песня. Ручки вверх, друзья! Не могли бы, бо так чему не могли.
знаю, як світанок на сяде, як закінчився новий альбом. Самое главное для любого коллектива, творческого коллектива, это что? Это мостик навести зрителями, которые его слушают. Поэтому мы сейчас, в следующем нашем произведении, попытаемся навести с вами мостик. Окей? Окей. Спасибо большое. Вот две женщины класса. Уже мы с вами навели, потому что мы очень близко. Давайте вместе с вами ручки вверх и ага-ага вместе с оркестром. Окей? Упражнение номер один. Не все. Давайте наведем все-таки этот мост. Наш полк, 194-й понтонно-мостовой полк, который наводит мосты. Мосты. Поэтому мы должны вместе с вами, когда оркестр раз, ага-ага, все ручки вверх и кричим ага. Есть! Ручки! Супер, ручки классно, но мы не сдаемся, мы кричим ага-ага, еще раз! Ручки! А теперь на значок! Ручки! Супер! Еще раз! Супер! Все вместе! Упражнение номер два! Военный оркестр 194-го понтонно-мостового отряда. Государственная специальная служба транспорта Украины. Что вы мне тут знаете? Да.
знаете, много путешествовали, объехали стран так 15-12 Европы, но я всегда говорю, самые лучшие девушки, женщины, это в Украине. Самая лучшая, самая такая добропорядочная публика, это в Украине. И ваш массив не исключение. Все для вас сегодня. Слава Украине и дай Бог вам здоровья. И снова для вас поет солистка оркестра Виктория Брехер. Встречайте. Друзья, ну а для вас сейчас звучит зажигательная румба. Кто умеет, тот потанцует. Половина нашей публики, мужчины, дамы, разделят мое мнение. Значит, мы любим все бокс смотреть. Жаль, что наш боец Кличко в последнее время проиграл. Но у нас есть свой боксер в нашем оркестре, поэтому встречайте. Боксер Виктор Сухомлинов. Встречайте. Thank you.
Балета, город Мариуполь. Виктор Сухомлинов. Ваши аплодисменты. Ну что, дорогие друзья, вы готовы немножко услышать вечных хитов? Скажите. А кто из вас в зале был? Наверное, каждый из вас любил когда-нибудь, да? Или любит, может, сейчас? Ну, малыши, вы тоже любите мам своих, правильно? И сейчас всем посвящается песня, которая называется «ЖТМ», а я хочу ее посвятить своему любимому и дорогому мужу. А где он, наш муж? Не муж. Чего не показывают? Thank you.
наш концерт сегодня состоялся в рамках культурной столицы, программы Бориса Филатова «Культурная столица». Поэтому мы сегодня здесь, пытаемся поднять вам настроение и продолжаем дальше. Поехали! Ну пробуем мостик наш, да, поехали. Ё-моё, что-то он ломается постоянно, этот мостик. Давайте вместе, вместе. Ручки! Ручки класса, плохо. Давайте еще раз. Но! Супер, на зачет погнали. Спасибо. Если вам напоминать, вы самые классные, вы самые лучшие, поэтому следующая композиция звучит от Виктории Брехер. Для вас. Встречайте!
Культурна столиця за підтримки мера міста Бориса Філатова. Зустрічайте військовий оркестр! Thank you.
Город Мариуполь. Мы с вами.
Еще! Но я напоминаю вас приветствовать военный оркестр 194-го с Антоном Башкового отряда. Государственная социальная служба транспорта Украины. Вместе с нами! Прекрасная солистка Виктория Брехер. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Ну, конечно же, эта песня для тех, кто хочет всегда себя чувствовать хорошо. Чтобы она вам приносила удачу, как мне когда-то, когда мы ездили во Францию. Ну что, поехали? Во Францию поехали. Наша спела, да? Stay with me, the day is well, oh, that's all I want.
что-то слабо. Еще громче! А еще громче! Спасибо большое. Ну а мы поехали дальше. Танцуют все! Уже военный оркестр 194-го кантонного мостового отряда. Вы самые классные зрители! Вместе с нами! Известнейшую хитовую песню, которую в свое время исполняла София Михайловна Ротара. Она называется «Червона рота». Я хочу слышать вместе! Друзья,
Танцевать, танцуем все вместе.
показати вам маленьку сценку, де участвує наша суперзвезда. Це випускник балетної школи міста Маріуполя Віктор Сухомлінов. Встречайте! Витёк, давай! Как видите, вы что-то не только выпускник балетной школы, он еще пытается быть боксером. Ваши аплодисменты, Виктор Сухомлинов! Слово на трубе! Александр Королев, ваши аплодисменты! Ну, я хочу сказать еще раз, спасибо большое, что вы такие позитивные. Спасибо большое, что вы пришли послушать нас. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Аплодисменты сами же себе, спасибо вам большое. Ну, слава Богу, что мы можем собираться. Слава Богу, что у нас мирное небо. И для вас следующую песню споет солист оркестра Виталий Ремарук. Зустрічайте. Я їх полюбив,
твоя і моя. Серце не загине, бо суття. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Україно, 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 Україно. Ми шукаємо щастя і любов, вірність Богу, матері покров. Стоїмо за тебе, як один. И чтобы ваши все проблемы текли, как вода, которую песня будет петь сейчас. Виктория Брехер, ваши аплодисменты. Ну и свою любимую песню я хочу посвятить снова всем вам. Знаем, поем. Правда, что украинский народ самый певучий в мире. Ну что, ваши ручки? Yeah.
раз хочу напомнить, что наш концерт сегодня проходил в рамках программы «Народная филармония» Бориса под патронатом Бориса Филатова, вашего мэра. Ваши аплодисменты. Ну и конец нашего концерта. Хочу представить каждого участника. Я думаю, все старались, хлопцы, поднять вам настроение каждого участника коллектива. Я думаю, будет приятно. Встречайте. Поднимали группа струн корнетов Юрий Карасун, Мита Паченко, Александр Королёв, Оксана Пикуль, Алексей Григалис, военный оркестр 194-го танцевального мастерового отряда Государственной социальной службы транспорта Украины. Все для вас! Наши полицейские! Сегодня это ребята духовая группа. Это Иван Кошевой, это Катерина Башкина, это Виктор Сухоблинов, Катерина Инна Долгополая, Катерина Врюкова, Настя Шевченко, Алексей Кулиш. Слово для вас, ваши аплодисменты. Выше ручки! Женатые хлопцы, баритоны, которые хотят найти себе свою половинку здесь. Это Тарас Кухилко. Это Олег Грищук. Это Бурбель, Николай Бурбель. Олег Грищук очень-очень неженатый. Ваши аплодисменты. Это Витя Ткаченко, потому что его жена здесь на всем ее играет. Для вас всех! Тяжелая артиллерия оркестра. Это Александр Дарьев. Это Женя Юрченко. Алексей Кирпа. Виталий Ремарун. И радуются фаулы. Встречайте ваши аплодисменты! Вот это! Оркестр это группа «Волтор», это Дима Бамбер-Молочанский, ваши аплодисменты, это Валера Колесниченко, это обаяние, которое они сегодня вам дарили, Валерий Оркестр, сегодня у нас очень много «Волтора» Масового отряда.
Если выше ручки, слышу вас. Супер. Ну смотрите, самый маленький на сцене, но самый крутой музыкант — это Антон Демьяненко. Соло, встречайте. Громче. Красавчик справа, отец своих детей, Серега Волков, слава! Для вас только сегодня! Это Николай Дегтярь и Дима Семейный. Ваши аплодисменты! Я не мог вам не объявить. Непревзойденная, красивая, обаятельная, умная, талантливая солистка оркестра Виктория Брынко! За то, что у вас такие улыбки на лицах. Спасибо, что вы такие классные. И я благодарю за то, что вы сегодня нас слушали. Добра вам, здоровья, любви, удачи в жизни. Я думаю, мы еще с вами встретимся. Не говорим прощайте, говорим до побачення. Счастливо вам, всего хорошего. Ну и по просьбе Славяночку сыграем обязательно, потому что просили нас. Спасибо вам большое. Сейчас газ нам ставят. Поехали!
Молодцы! Молодцы! Молодцы!